испанской Памплоне 15 человек, в том числе один японец, пострадали в ходе традиционного забега с быками под названием «Энсьера» в рамках фестиваля «Сан-Фермин». Нынешний забег в Памплоне, расположенный в автономной области Навара, стал одним из самых длинных и опасных. На протяжении почти 4 минут сотни человек убегали от 6 быков. Все пострадавшие доставлены в больницу. Фестиваль в честь покровителя Навары Святого Фермина стартовал в Памплоне в минувшую среду и продлится до 14 июля. Забеги с быками устраиваются во многих городах страны во время летних фестивалей. В деревне Педригер на юго-востоке Испании один из таких забегов закончился трагедией. Погиб 28-летний испанец.